Всем привет, ребят, с вами Ял. Сегодня мы поиграем в Murder Mystery. Давненько у нас не было этой мини-игры. Надеюсь, вам понравится этот ролик. Поставьте обязательно лайки, если понравится. Если вы любите Murder Mystery, напишите в комментариях, какая мини-игра больше всего вам нравится. Ну а сейчас детектива уже убили. У нас, кстати, сегодня будет некий челлендж. Я буду играть от третьего лица. Точнее, детектива не убили, он сам сдох. Окей. Да, я не знаю, как мы сможем затащить эту игру. О, боже. Что происходит? Так, я выбью себе зельку сразу. И что, я ее сейчас выпью? Мама, я перепрыгнул убийцу! Господи! Хоть бы это был инвиз... Хоть бы это был инвиз! Черт возьми, Блайндес, вы издеваетесь? Вы серьезно? Вот сейчас прям надо было дать мне Блайндес? Вы чё? С ума сошли? Мы что, сыграли игру? Окей, походу убили убийцу сразу. И мы сыграли игру. Ладно, давайте следующую. Отлично. То есть вы решили вот прям так сразу, да? Хорошо, посмотрим, сможем ли мы затащить от третьего лица. Я думаю, что это в принципе несложно. Но все равно остаюсь при мнении, что будет как-то плохо. Фух, я попал. У него тоже лук? У него что, тоже лук? У этого чела лук? Меч туда не долетит, не. Оу, вот это. Капец, мы их тут покрошили, ребят. Как это вообще? Так, хорошо. Хорошо. Такое ощущение, что с третьего лица даже как-то проще. Или нет? Пил. А, черт, я слишком низко кинул. Этот чел уехал, все. Один на один, один на один, мне остался один игрок. Что вообще, как? Так, и куда ты приедешь? Черт, там же эти барьеры. Куда он приедет? Я что-то не помню. А, блин, он туда приедет. Чел, или ты дальше поедешь? Блин, немного неудобно. Вон он стоит. А, он сейчас будет стрелять меня. О, чувак, ты ждешь, да? А тут барьерчики. Ты думаешь, что, так просто все? Я скрытень. Я скрытень. Сколько у тебя там заряжается стрела? Давай. Стреляй. Я жду, стреляй. Давай! Вот, хорошо! А теперь посмотрим. Ты уезжаешь, да? Я понял. Ща мы тебя опередим, чувак. Ща мы тебя опередим. Давай быстрее, Ял, беги быстрее, пожалуйста. Пожалуйста, персонаж должен бежать быстро. Я правильно бегу? Сюда же он приедет? Черт, нет, он не сюда! А куда он приедет? О, нет. Куда, сюда? Как? О, нет! А, вы издеваетесь, я просто его не заметил. Блин, я не успел среагировать. Но я реально не знал, куда он приедет, я забыл. Я давно не играл в этот Murder Mystery. Ну, блин, мы так эпично покрошили всех там. Ну, черт. Ну, бывают и поражения, ребят, бывают и поражения. Дайте мне еще раз убийцу, пожалуйста. Блин, я не хочу быть инносеном. Я не хочу защищаться. Или я просто убью убийцу сейчас, а? Сразу.
Как вам такой варик? Как вам такой варик, ребята? Надеюсь, что я здесь не упаду. А как вам паркурчик-то от Яла, а? От третьего лица-то. Паркурчик-то от третьего лица, это вам не хухры-мухры. Так, давайте здесь побудем. Чё ты стоишь? Чё ты стоишь? Здесь нельзя стоять, здесь нужно двигаться. Сразу два по уже на себе убиваем. Так, так, отлично. Если что, сразу пьем. Сразу, моментально нужно пить. Уже чуть не упал. Она до сих пор там стоит. Может, это убийца? Это 100% убийца. Она АФК, и она стоит. Это 100% убийца. Я сейчас... Я... Да, давайте. Сейчас мы тебе покажем. Ты думаешь, ты просто можешь стоять АФК и все? И тебе ничего за это не будет? Ты ошибаешься. Я уверен, что ты убийца, девочка. Я уверен. И сейчас? Что? Это не убийца? О боже. А кто? Или... А, нет, может это кто-то просто так? Кто-то вышел, походу. Кто-то ливнул, да? Слушайте, а можно как-то по-другому? Можно как-то по-другому, не убив убийцу, выиграть? Так, стоп, а это интересно. Я могу толкаться? Черт, я не могу толкаться, ладно. Это 100% это девочка! Это 100% она! Это хитрая! Может она стоит, может она выжидает? Блин, мне нужно еще 3 слитка. Дайте 3 слитка, ну. Давайте, спавните у меня под ногами прям слитки. О, еще один упал. Нет. Так, хорошо, еще 2. Вот один. И где второй? Вон он второй, но мне нужен нормальный. Вот он. Ну отдай! Черт. Да боже, где... Вот, наконец-то. О, е. Так, девочка, привет. Ну что? Как дела? Это не убийца. Окей, играем еще раз. Блин, я реально думал, что это убийца. Вот серьезно, это же была убийца. Как так? Она была АФК, никто никого не убивал. В смысле вообще? Вообще в смысле? Так, ну ладно, снова Innocent. Идеально, ну дали бы хотя бы детектива, что ли, я не знаю. Ну что за дела? Давайте мне нормальных этих героев. Герои не умирают. Так, ребята. Ребята, давайте-ка найдем. Кто из вас убийца? Ну-ка признавайтесь. Ну-ка признавайтесь все быстро. Быстро признавайтесь. Где мои слитки? Еще и слитки не выпадают. Где? Вот. Наконец-то. Так, 2. I need more gold. Эта девочка очень подозрительная. И этот пацан очень подозрительный. Вы все очень подозрительные. Какой-то эндер-чувак. Ладно, я снова на первый этаж. Кто убийц? Слушайте, это сложный челлендж. Это очень такой сложный челлендж. Ага, то есть это не эти ребята. Окей. Окей. А этот чувак? Ребят, сорян, что так тихо, но я просто должен быть скрытным и тихим и набрать все слиточки, чтобы у меня был заряд.
У меня была одна стрела, с которой я, естественно, промажу. От третьего лица-то попасть, это вам не хухры-мухры. Это вам, как говорится, не пасочки лепить. Так, стоять, чувак, ты точно не убийца? Детектив? Это убийца. Это убийца. Черт. То есть синий чел, он типа украл лук, и теперь он как бы убийца, да? О, бой. Отлично, у меня есть лук. Фух, ну как я попаду? Как я попаду с третьего лица? Это невозможно. Да черт возьми, это impossible. Блин, нас трое осталось. Знаете, зачем я здесь стою? Это самое такое приемлемое место, где можно осмотреть все. Большую часть этой карты. Как бы первый этаж, и второй. И сейчас он по-любому здесь будет пробегать. Или по второму, или по первому. И мы его встретим. О, нет, что? Нет, я хотел. Я хотел, ну блин, ну ребята. Ну вы сами разобрались. Ну что за дела, ну. Это хот-дог. Ребята, это хот-дог. Хот-дог в очках. О, найс, мне дали детектива. Идеально, просто идеально. Сейчас вот точно мы должны будем поймать убийцу. Фух, но это будет сложно, это будет сложно, ребят. С третьего лица попасть, это вам не... Это сложняк. Только не нужно эту штуку открывать. Они собираются открыть эту штуку. Вы... Да, это кто открыл, сейчас умрет, да? Все. Нечего было открывать. Нечего было. Блин. Кто убийца? Опять никого не убивают. Я не хочу гадать. Сейчас я точно не хочу гадать. И не буду. О боже, я чуть не упал. С третьего лица вообще сложно. Ребят, я вам серьезно говорю. Очень сложно. Попробуйте поиграть так. Кого-то убили? Опять кого-то убили? О, это убийца? Ух ты, печка. Опасный Петя. Я жду, я жду. А это не убийца? Скорее всего, они где-то внизу все. Я вижу убийцу! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Давай, выходи. Пил! Черт, я не попал! А-а-а, это сложно! Это очень сложно! Она сейчас кинет меч. У-у-у, мама! Натягиваю! И. Давай! Давай! Черт, я снова не попал! А-а-а, мама! Блин, как? Как это сделать? Пил! Да, ну, пожалуйста, блин, от третьего лица, это очень сложно. Лети сюда, лети сюда. Пил! А, что, она свернула, она в самый последний момент свернул. Я упал, черт, я упал вниз. О, боже, что делать? О, бой. Где она? Вон она. Иди сюда, подходи. Подходи! Давай, только попробуй. Давай, подходи. Ты издеваешься, чувак, я хотел ее убить. Ну, блин. Окей, друзья, все. Теперь я точно смогу затащить, потому что я убийца. Я убийца, я должен выиграть. Врубаем третье лицо. Прижим третьего лица. Погнали.
просто всех мотать. Один есть. Второй есть. Третий есть. Отлично. И четвертый тоже. И ты тоже у нас будешь пятым. Ребята, привет. Здрасте, извините. Я не специально. А вы что, поужины закупаете? Не надо так делать. 5 человек осталось. Блин, если мне попадется снова какой-то мега-супер-крутой лучник в самом конце, я просто... Это будет эпик. Это будет просто полный эпик. Девочку мы забрали. А это у нас кто? Мистер Трамп, что ли? Или гамбургер? Мистер Гамбургер, наверное. Где еще ребята? Осталось совсем немного. Кто еще от меня прячется? Идите сюда, ребятки. Ребятишки, ну... Ну где вы прячетесь, а? Выходить. Ага, вот и первый. Так, а что это у тебя? Ого! Вы что там делаете? Вы что там делаете, алло? Это что за нычка? Блин, а как я достану туда с третьего лица-то? Блин, что делать? Они там, походу, вечно будут сидеть. Да что это такое? Блин, ребята! Ах, вы гады, залезли туда еще. Ты смотри, какие. Знаете, что я сейчас сделаю? Я сейчас накоплю себе на лук и попытаюсь попасть в одного из них. Скорее всего, там у всех уже есть лук, да? То есть я видел, у пацана слева был лук, а у девчонки, по-моему, тоже был. То есть это прям какой-то супер-мега-челлендж получается. Но они там будут сидеть до последнего, мне кажется. А если я выпью зельку на блайнднес? Я сейчас себе наберу зелек? Ребята, это будет просто... Блин, если сработает, это будет эпик. Я наберу себе кучу зелек. И сейчас мы просто будем их пить. И подбирать себе невидимость. Вот, в смысле инвизибилити? В смысле, я же видимый. Резистенс мне дается. Резистенс это типа... Меня не могут убить под резистенсом, да? Так, ладно, третье лицо. Один есть, отлично, один есть! Они не попали в меня! Нет, только не блайнднесс, ну дайте нормальное что-то! Черт возьми, убирайте. Убирайте блайнднесс, ну блин! Они теперь знают. Опять резист. О, отлично, еще один резистенс! Давайте, попробуйте меня убейте. Попробуй меня убей, чувак. Получай. Кто еще? Ага, попался! А у меня резистенс! Это девочка! Бил! Я не попал! Черт, я не попал! Блайндес! Нет! Боже, я убил ее под блайндесом! Вот это эпик! Вот это был эпик! Вот это ГГ! Вот это ГГ! Офигеть! Как? Я думал, она выстрелит. Она должна была выстрелить в самый последний момент, но у нее ничего не получилось. Окей, ребят, что ж, я выполнил челлендж. Надеюсь, вам понравилось. Поставьте лайк обязательно на это видео. Напишите в комментариях, как вам вообще эта игра. Суперская игра, по-моему, получилась. Murder Mystery. На этом все, друзья. Всем большое спасибо за просмотр еще раз. С вами был Ял. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, на Инстаграм. Все есть в описании. Всем удачи, всем пока.